Всем привет-привет, мои дорогие любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня я буду делать для вас расклад, который обещала на днях. Расклад на тему, что за мужчина, какие у него намерения, какие вообще перспективы ваших отношений, как их видят карты Таро в связи с сложившейся ситуацией между вами. Какие действия этот мужчина должен предпринимать, да, начать предпринимать в вашу сторону. И сегодня я буду использовать колоду Таро, двусторонняя Таро. Знаю, что очень многие ее любят. И при помощи этой колоды мы посмотрим, что там мужчина себе думает, собирается ли действовать, и можно ли вообще от него каких-то действий ожидать. Ну, естественно, во все можете изменить в любой момент. Напоминаю, что по вопросам обучения моего обучающего курса, пожалуйста, обращайтесь на WhatsApp. Ссылочка под каждым видео на официальном канале на YouTube, на моем. Пишите мне слово обучение, я с вами свяжусь и все подробненько расскажу. Итак, что этот мужчина намерен делать в отношении вас и ожидаются ли какие-то действия в том случае, если все будет складываться именно так, и вы сами ничего не измените. Но вы вольны все, естественно, изменить сами. Сосредоточьтесь на своем партнере, сейчас мы будем начинать. Но колода, посмотрите на него внимательно. Здесь восьмерка мечей. Вполне возможно, что мужчина в принципе не действует. Ничего сейчас не делает. Потому что по восьмерке мечей так может быть. У кого-то из зрителей здесь мужчина может быть связан чем-то действительно обстоятельствами. Либо находиться в каких-то, бывает так, что в каких-то там спецучреждениях. Либо каких-то обстоятельствах его связывающих. Может быть он в отношениях. Может быть он в принципе не хочет действовать, к примеру, сейчас. Но очень часто по этому аркану именно так и бывает, что мужчина действительно э, чем-то связан. Либо обязательствами, либо отношениями, либо другими какими-то причинами. Но по этому аркану можно сказать, что явно какого-то яркого продвижения сейчас, в период в ваших отношениях, ну, нет. Скорее всего, нет. Потому что ну, по этому аркану так и есть. Очень многих из вас могут разделять либо границу, либо расстояние, либо какие-то обстоятельства, которые не позволяют вам с ним двигаться вперед. Вот так. Треугольники, четырехугольники тоже могут быть. Ну, то есть здесь множество обстоятельств, поскольку общий расклад. Смысл один. Смотрите, девушка здесь, руки связаны сзади, причем глаза завязаны повязкой, вокруг забор из мечей, ну, то есть я думаю, что смысл здесь понятен. И в то же время вверху колоды у нас аркан четверка Жезлов говорит о том же, в принципе. Это отсутствие движения, это стабильность, это некая стагнация. Но здесь по этому аркану можно сказать, что, во-первых, вы пара. Во-вторых, у многих из вас здесь могут быть отношения брачного даже порядка. Либо гражданский брак, либо семья, действительно. Либо, если не то и не другое, то посмотрите, люди здесь под одним, так сказать, шатром из красивых цветов. В одном шатре под одной крышей. То есть вы с ним пара. Вы действительно с ним пара, и вам хорошо. Может быть, было, может быть, есть сейчас, но у вас здесь есть некие надежды друг на друга. А, так, теперь давайте посмотрим, что за мужчина, какого мужчина нам покажут. судьбоносный ваш партнер, скорее всего кармический партнер, страшный суд вышел аркан, я не буду делать такие глобальные выводы, но если в характеристики мужчины выходит так, то это это чаще всего этот аркан, если выходит в характеристики, то чаще всего можно делать такие предположения, это не значит выводы, но предположения. Яркий, страстный, сексуальный, интересующийся то есть, если ваш человек лежит, допустим, вверх брюхом на диване, плюет в потолок, пьет пивко и вообще на все забил, извините за грубое слово, скорее всего, не ваш мужчина. Но с другой стороны, с другой стороны, при его активности, яркости, при его желании двигаться вперед, осваивать какие-то новые территории, он такой, знаете, если не пионер, то, по крайней мере, пионер в плане того, что, uh, чтобы вы понимали, а то <свят> начнут задавать вопросы, что он носит пионерский галстук, не в этом дело. Пионер первопроходец, и мужчина, который не боится трудностей, который идет вперед, добивается того, чего он хочет, интересующийся, яркий, интересный такой. Кстати говоря, обладающий, скорее всего, если верить в эту теорию, то старой душой, опытной очень душой этот человек, но не потерявший яркости какой-то юно юношеских таких вот порывов, даже если он старше вас возрастом, он может быть моложе вас возрастом, неважно здесь абсолютно, человек яркий. Так вот, несмотря на его яркость, страстность, желание двигаться вперед, тем не менее мужчина периодически, а может быть и вообще постоянно в жизни у кого-то, он проявляет в чем-то и не решительность и способность к затягиванию ситуации как в своей жизни допустим не может сделать выбор долго какой-то либо в отношениях он не дает э, что-то не додает партнеру чего-то очень важного и может не принимать очень важное решение длительное время и тут еще знаете как может быть а он может браться за какое-то дело браться прям активно а потом даже не то чтобы сдуваться, а наоборот начинает затягивать с решением каким-то важным, вот что-то допустим там по продвижению его в карьере, к примеру, случилось, ему попался какой-то крутой прям шанс классный, он начинает действовать, а потом немножко начинает проявлять апатию и, и и как бы и затягивает, да, с решениями либо с продвижением, тут вот такие тоже вещи могут быть. И еще от этого мужчины вы можете, когда вы его встретили вот он вам встретился яркий, красивый, интересный, страстный, такой прямо вау, понравился вам. Очень понравился мужчина. А потом вы начинаете понимать, что, к сожалению, вот эта картинка, которая сверху, она не совсем, возможно, адекватна, потому что мужчина выглядит внешне многообещающе, а на самом деле вы не получаете того, чего вы от него ожидаете. То есть он может много сулить чисто своим видом, да? либо надежды вы можете на него какие-то возлагать, а в итоге он этого не дает. Ну, давайте теперь спросим. Наша задача понять вообще, что там дальше он намерен делать, да? Что сейчас у него в чувствах к вам вообще у этого мужчины? Что в чувствах к вам? Ну, это Аркан. Э -э, Дама кубков, королева кубков, девочки, но ну, есть чувства здесь? Он к вам относится как к любимой женщине. Да, конечно, это не, не императрица, не королева Пентакли. Если бы они вышли, я бы сказала бы это суперсерьезное отношение, к примеру, к вам, да. А, может быть, вы там его жена, либо он намерен на вас жениться, либо еще что-то. Но тот королева кубков, а королева кубков это и, и, и лучше, и хуже, да, одновременно в каком плане, тут сложно судить, что лучше, что хуже. Вы, скорее всего, его любимая женщина, женщина, которой он испытывает очень нежные, очень красивые эмоции, но очень часто по этому аркану выходят любовницы, к примеру, то есть мужчина вас держат в статусе любовницы, ничего не решая, допустим. Либо если вы жена, к примеру, да, то просто тогда знаете, что ну, есть чувства здесь. Даже если он их не проявляет, даже если как-то вы там не верите в них, чувства все-таки есть. Здесь в любом случае чувства и эмоции к вам есть. Вы женщина любимая. Нам показали это и в эмоциях, и чувствах. Сложно говорить о, о, его намерениях в плане того, чтобы с вами там дом, семью, какую-то серьезность, глубину. Но вот то, что по королеве кубка вы любимая женщина, причем вы повернуты здесь лицом, он вас видит полностью искренне любимой своей женщиной. Так что эмоции, чувства сегодня у нас такие. Мысли о вас сегодня, мысли о вас. Он хотел бы к вам, наверное, прийти с этим кубком любви, рассказать вам о том, как он вас любит, какие он к вам испытывает эмоции, но по какой-то причине сейчас мужчина от этой возможности отворачивается. Почему? Давайте спросим. Почему мысли о вас? Кстати, он тут еще может думать, я сейчас спрошу, почему он может отворачиваться у кого-то из аудитории, у части аудитории, причем наверняка не маленькой. Здесь может идти так, что вы почему-то сейчас повернулись спиной. Он думает, что есть чувства, но они гораздо глубже, чем вы это демонстрируете. Хорошо, если это относится к нему, и он, допустим, сейчас к вам отвернут спиной, почему он так поступает? Почему? Во-первых, у него могут быть какие-то рабочие, то есть он занят работой, полностью ушел в работу, могут быть какие-то повседневные заботы такие важные для него. То есть мужчина сейчас действительно занят. Занят чем-то. Вот так вам могу сказать. Именно поэтому он и не проявляет к вам тех чувств, которые вы хотели бы. Да? Это в том случае, если он к вам сейчас повернут спиной. А, еще, еще по какой причине. Потому что ну, не для всех же может это быть. Еще по какой причине он может быть отвернут спиной. Может участвовать другая женщина, и что это женщина, и что это женщина. А вы знаете, здесь может участвовать в принципе большое количество людей. Здесь не только женщина, здесь несколько человек, которые могут влиять на то, что этот мужчина не проявляет к вам тех чувств, которые он к вам действительно испытывает. Здесь прям много людей нам показали, разных людей, да, которые тоже для чего-то ему в жизни нужны, для чего-то важны, но каким-то образом они влияют на то, что мужчина поворачивается спиной. Смотрите, у кого как. Здесь разные ситуации, я вам озвучила то, что может быть. Хорошо, давайте тогда спросим, а мужчина-то вообще намерен с вами дальше отношения развивать? Он хочет вообще быть с вами? Давайте спросим так. Хочет ли этот мужчина быть с вами? Конечно, да. И знаете, что какие бы там э, у вас мысли о нем ни были, об этом человеке, он вас представляет прекрасной. Лицевой стороной вышел аркан Девятка Пентаклей. Девушка самодостаточно интеллектуальная, умная, ухоженная, умничка, просто прелесть. Ягодка, конфетка, шоколадка. Это великолепная женщина. На самом деле не конфетка, не шоколадка, драгоценность. Драгоценная женщина. Хочет ли он быть с вами? Конечно, да. С такой женщиной невозможно не быть рядом. Вы его очень сильно привлекаете. Причем не только вашей сексуальностью, вашей внешностью, а еще и вашими внутренними качествами, вашим интеллектом, вашим умом, вашей харизмой. Вы очень сильно его привлекаете. Поэтому да, здесь мужчина хотел бы быть с вами. В каком формате он хотел бы продолжать с вами отношения, этот человек? В каком формате он вообще хотел бы, да, ваших отношений дальше? Очень интересно. Он хотел бы здесь что-то начать с вами сначала, хотел бы что-то обновить. Он не совсем понимает, поскольку у нас отвернутый аркан, если бы так было, я бы по-другому немножко трактовала. А он, он хотел бы с вами каких-то новых перспектив двигаться с вами вперед. Кстати, у многих здесь будет мужчина моложе вас. Если не моложе, значит, я очень часто говорю, что молод душой, неважно, сколько ему лет, он, по крайней мере, себя молодым считает. В душе это точно. А хотел бы с вами, хотел бы с вами какого-то обновления, движения вместе вперед, но пока, скорее всего, он не совсем понимает, что именно нужно поменять. То есть он хочет каких-то с вами перемен, но пока он не понимает, что именно ему необходимо поменять с вами. А, хорошо, теперь основные вопросы будут. Основной вопрос у нас, какой вообще от него ожидать каких-то действий можно? Он намерен вообще как-то действовать, этот мужчина? Намерение хотя бы есть? А пока он находится сейчас в каких-то сомнениях, в своих комплексах, в своих ограничениях. То есть у мужчины, по сути, на самом-то деле огромный вагон, как говорится, паровоз огромный с прицепом из 100 вагонов, еще и маленькая тележка сзади ковыляет. Разных комплексов ограничений. Если он даже кажется вам таким уверенным, самоуверенным даже, знаете, что очень много чего там у него внутри находится. Прям блоки какие-то, которые блокируют ему пути движение вперед. Поэтому здесь пока сложно. На какие-то действия он, скорее всего, на конкретные связаны именно с развитием отношений с вами, либо с возвращением вас, если вы сейчас не в расставании, либо там, сделать вам предложение, либо еще что-то. Он пока закрыт от этого. И закрывается он сам сам себя в этом убеждает. Тут работают его комплексы, его какие-то установки сложные, такие, возможно, с детства приобретенные. Поэтому в намерениях пока сказать, что у него яркие намерения, мне сложно. Хорошо, давайте тогда спросим а реаль... все-таки реальные действия, какие-то могут быть с его стороны, намерения мы поняли. Реальные действия тем не менее могут быть с его стороны. О, аркан дьявол, девчонки, он тут на самом деле подогреваемый очень разными энергиями, причем аркан дьявол вышел у нас оборотной стороной. Могут ли быть какие-то действия? Мало того, что они могут быть, знаете, что это вот те действия, которые он будет. Вашу сторону предпринимать, они связаны в первую очередь с очень горяч горячей а, такой привязкой к вам. У него есть очень большая тяга к вам, у него есть какие-то а, такие вот энергии, которые не дают ему о вас забыть. Он постоянно думает о вас, он постоянно что-то там в голове своей перебирает. И вот этот аркан у него будет толкать на действие. Он будет стараться этот аркан унять. То есть он у нас вышел не вот так, прям вот он властелин здесь, дьявол вышел, смотрите, с двумя людьми прикованными к нему. Нет, он у нас вышел вот так, и мы здесь даже и людей, они тут за постаментом, за его скрытым, не видим. Да? Поэтому этот, этот аркан будет толкать его на действие, но они могут быть как раз по аркану дьявола, какие-то это не нелепые, а может быть, не совсем какие-то правильные то есть, с той точки зрения, что а к чему они приведут? Они могут только распалить еще больше накал страстей между вами, к примеру, либо усугубить ситуацию, пропасть между вами, либо какие-то сложные обстоятельства между вами. Еще давайте посмотрим, еще какие действия, тут мы уже поняли, еще какие действия, смерть. О, девочки, здесь очень сложная энергия у нас выходит, девчонки, очень сложная энергия. К сожалению, пока по этому раскладу я не могу вас порадовать какими-то его действиями правильными, там паркану Ерафан, допустим, сказать вам, что мужчина возьмет наконец-то себя в руки, как-то одумается, остепенится, сделает какие-то важные шаги к вам. Я вижу, что здесь буд будут какие-то действия с его стороны могут быть конфликтного характера, либо действия, которые могут действительно привести к еще большей пропасти между вами. К тому, что вот ситуация по аркану смерть, аркан семерка ничей еще и отвернутая в придачу от нас сейчас. То есть какие-то нечестные вещи, какая-то ложь с его стороны, какая-то что-то, вот, понимаете, это, это очень горячий микс из этих арканов, который говорит о том, что мужчина не будет, к сожалению, искренен в ближайшее время. И, скорее всего, его действия будут тяжелыми. Если они будут, эти действия, то просто имейте в виду, если вы почувствуете вот такие энергии со стороны вашего человека, что он шаг сделал и тут же, допустим, все испортил, и все покатилось в тарары с вашей точки зрения, вы уже предупреждены. И вы должны понимать, что тут вам нужно правильно как-то себя повести. Если вы хотите с этим человеком дальше быть, то берите себя в руки и, значит, решайте, как дальше действовать, как это все разгрести, так сказать, но не поддаваться этим энергиям конфликтным. Он себя зрело вести точно не будет. Здесь мужчина под влиянием этих энергий сложных будет вести себя порой даже как дурак, либо как, не дай бог, у кого-то как мерзавец, никому не желаю, и не дай бог это, но у кого-то может быть и так. Но вообще он будет вести себя незрело, а с какой-то конфликтной энергетикой. Нам показывают так, к этому сейчас идет. Но, естественно, вы в любой момент вы сможете ситуации эти откорректировать и что-то изменить. Давайте спросим, а можно ли что-то изменить? Возможно, от вас что-то зависит здесь. Вы должны понимать, что это не навсегда. И это не факт, что на 100% произойдет. Сейчас энергии ведут к этому. Если вы поддержите его в таком поведении, допустим, ответите ему тем же, то, соответственно, здесь будут результаты вообще непредсказуемые. Если же вы поведете себя мудро и не станете поддаваться на эти энергии, то, соответственно, результаты могут быть совсем другими. Можете ли вы что-то изменить и что именно? Может быть, как-то нужно поработать вам справедливость. За вас все решит судьба. А вам нужно сохранять спокойствие, держать эмоциональный баланс, никаких резких шагов влево-вправо, если мужчина вас выводит на эмоции, либо делает какие-то, на ваш взгляд, плохие вещи. Да? либо незрелые, либо глупые, либо подлые, либо какие-то лживые, вы не должны выходить из себя. Но, ну, естественно, и позволять себя как-то там обманывать, либо оскорблять, не дай бог, либо еще что-то вы тоже не должны. Вы должны вести себя, посмотрите, как Фемида. Очень справедливо, очень спокойно, и с очень высоким подчеркнутым чувством собственного достоинства. И еще знаете, что вас рассудят небеса. Здесь ваши истории в любом случае вас рассудят небеса, судьба, все произойдет так как вам предначертано с этим человеком. Этот аркан так и говорит. Кстати, да, это кармический партнер, потому что второй у нас аркан вышел. Тут это подтверждение однозначное. Но то, что вы должны себя вести предельно мудро, спокойно, Фемида, естественно, находится в балансе. Она не имеет права делать резкие шаги влево-вправо, кого-то осуждать, либо кого-то, наоборот, превозносить. Она судит... Это, можно сказать, высший суд, по сути, да? Она судит объективно, и она спокойна. И она не подвластна таким энергиям, которые нам сейчас показали. Вот знаете, вам сейчас идет всем как предупреждение. Будет мужчина так действовать? Не будет он так действовать? Знаете, что если вдруг такие энергии, в принципе, со стороны любого мужчины в вашу жизнь придут, и вы почувствуете, что с вами поступают вот таким образом, пожалуйста, примите позицию аркана ⁇ Справедливость ⁇ Это аркан ⁇ Суд ⁇ или ⁇ Справедливость ⁇ вспомните этот аркан тем более он вышел лицевой стороной и просто вспомните мои слова которые я сейчас вам говорила как вам нужно себя вести в этой ситуации здесь в любом случае рассудят вас небеса но если вы будете себя вести по аркану справедливо здесь все произойдет а, вот прям четко так как должно быть и так как нужно в вашу пользу и без ваших эмоциональных и моральных потерь Дно колоды, двойка пентаклей. На самом деле здесь смотрите, здесь мужчина у вас может быть такой который либо не может решиться на что-то, либо может пытаться на двух стульях усидеть, либо манипулирует вами, либо обстоятельствами, либо еще там двумя людьми, двумя ситуациями, еще чем-то. Вот это такой аркан. Причем вы его до конца не знаете, этого человека. Это не значит, что он хороший или плохой. Не нужно никого судить. Просто так показывают. А также этот аркан может говорить о том, что вы должны уже в чем-то определиться. Хватит уже находиться вот в таком подвешенном состоянии двух пентаклей. Пора принять какое-то правильное решение. Но это решение должно быть очень мудрым и справедливым. Вот такой девочки получился сегодня расклад. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Надеюсь, была полезная для вас нужная информация. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного, и, конечно, защиты и покровительства ваших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.